на канале «Россия-1» состоится премьера мелодрамы «Земля Эльзы», выход которой ожидается 4 ноября. Фильм снят по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Двое встретились и полюбили друг друга. Казалось бы, что тут такого, обычное дело. Но все вокруг, родные и знакомые, объявили войну этой любви. Лишь потому, что героям этой истории за 70. По мнению окружающих, любовь географа на пенсии Леонида и этнической немки Эльзы, ни разу не бывавшей за пределами своей деревушки, неприлично, неудобно, а вдобавок угрожает материальному благополучию их детей и внуков. Ведь Эльза и Леонид мало того, что не скрывают свою любовь, они собираются пожениться, продать квартиру и дом и отправиться путешествовать. Они хотят открыть свою землю, землю Эльзы. Главные роли в сериале исполнят Ирина Печерникова, Вениамин Смехов, Анна Уколова, Сергей Епишев и другие. Премьера мелодрамы «Земля Эльзы» состоится 4 ноября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.